Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Родина РП, Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, вы не забывайте увидеть у них в регистрации. Пацаны, я сейчас жестко заболел, у меня температура. Просто, блин, жестко, реально уже третий день. Темпик у меня до видоса как бы надо снимать. Поддержите меня обязательно лайком, там, поставьте лайкочек по этой серии. Надеюсь, я выздоровею скоро и видосы будут выходить почаще. А сейчас будет один видос тренера выходить, скорее всего. Поэтому вот такие вот дела. Давайте сначала сейчас я заберу своих черепах. Я их вчера судил, короче. Но из-за того, что мне было плохо, я мог их вчера еще забрать. Но я вообще вчера мало за компом сидел. Поэтому сейчас мы их заберем, мы по этим продадим. Посмотрим, сколько нам заплатят. Как я понял, осьминоги самые дорогие, акулы вообще... Невыгодно ее садить, короче, эту акулу. Кто не знает, как их садить, по сути, предыдущую серию, где их там покупать и так далее. По сути, предыдущую серию, там вы все поймете. Но сейчас мы забираем наших черепашек и поедем их продавать. Так, вы не можете собрать рыбу, так как у вас недостаточно места. Окей, пацаны. Я думаю, по голосу слышно, что я сильно заболел. Поэтому не знаю, чем поедем. Давайте, наверное, Черон возьмем. На Чероне поедем. Очень, на самом деле, трудно снимать. Просто горло очень сильно болит, вообще очень все хреново. Я сильно заболел, надо антибиотики, короче, покупать и лечиться. Надо лечиться, короче, чтобы было все нормально. У меня еще через, получается, сегодня какое число? 16-е, через 6 дней в день рождения. Я надеюсь, я выздоровлю. У меня 22 июня день рождения, кто не знает. Поэтому, надеюсь, я выздоровлю. Так, давайте стабилизацию выключим. Все, выключаем стабилизацию и поехали, продадим двух черепах, потом заберем, получается, третью. Так, я уже почти доехал, короче, тут еще один черон у нас. Так, сейчас припаркуемся, продадим рыбу. Всю. Продадим, короче, всю рыбу. Какой-то чувак. Владос Корлеоне. Фу. Так, давайте продадим. Что-то цены каждый раз меняются. 133 тысячи. Нормально. У меня больше ничего нету такого. Осьминог, видите, самый дорогой. Черепахи у нас дешевые, поэтому я буду осьминогов садить. Спасибо. Прям сейчас записываю новое видео. Так, ну у меня больше, по-моему, ничего нету. Блух у меня нету ее. Потом осьминога у меня тоже нету. О, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне денег накидал. Капец. Владос Корлеоне, большое тебе спасибо. Большое спасибо от души. Большое спасибо от души. Реально, мне столько бабок уже накидал. 1200, наверное. Кстати, пацаны, бизнес я продал. Продал я вот 2.5, ушел в жесткий минус. Но пофиг, в принципе. Ничего страшного, я думаю. Сейчас надо черепаху одну забрать. И будет все заебись, короче. Так, можно будет в казик уже сходить. Чуть поиграть. Так, оплатить налог на транспорт. Оплатить налог на транспорт, конечно, это пиздец. Так. Лучше платить, чтобы машина не слетела. Налоги на дом тоже оплачиваем, все, чтобы... Мало ли, я потом не буду заходить, чтобы дом не слетел. Бля, вы не представляете, сколько мне хуёво просто. Я дико кашу, но я это вырезаю, потому что... Ну, я думаю, вам будет не по кайфу слушать, как я, блядь, кашляю. Я еле, блядь, могу разговаривать просто. Ну, вы слышите по голосу, я думаю, то, что, блядь, пиздец. Меня уже в пол так ужасно кидает, потому что температура просто... Невозможно что-либо делать.
но я все равно стараюсь, для вас видос запишу. Я его записываю в субботу, но вы, скорее всего, увидите его в воскресенье, короче. Так, давайте за этим поедим, потому что у нас персонаж скоро сдохнет, если ему не похавать. Это светофор такой странный, я не понимаю, как правильно его бежать. Ну, как бы, нужно останавливаться или нет, потому что реально светофор какой-то странный, его так поставили. Хрен поймешь, как там останавливаться. Так, вот это, по-моему, столовая, да? Закусочная. Сейчас похаваем по бурику, чтобы хп у нас не отнималось. Все. Теперь можно ехать за черепахой. Сейчас еще посадим этих осьминогов, короче, и, наверное, поедем в казик поиграем. Так, вот я доехал до дома. Давайте сейчас черепашку заберем и посадим этих осьминогов. Сейчас, где последняя черепашка? Пусть забирается, короче. Ну, черепахи не очень выгодные, осьминоги выгодные. Но в день можно рубить спокойно 250-300 тысяч. В принципе, так, 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 СТЛ. Осьминог на 7 иди. Если рыба не видно, то можете... Так. Ага. Давай сейчас быстро посадим. Вот так вот, все. Так, одна есть. Давайте еще одну посадим. Осьминожку. Осьминожка. Так, давайте сюда чуть-чуть. Вот, все, посадили. Давайте еще одного последнего посадим. Всего можно три штуки какого-то вида, короче, садить. Так. Все. Три штуки есть, они будут расти 1100 часов. Ну, сейчас, наверное, вертолет возьмем. Быстро летим, продадим одну черепаху и поедем в казино. Так, короче, продаем рыбку. Что это за магазин 24 на 7? А, магазин садоводства. Ну, я помню, Бусева магазин садоводства стоял по ГОСТу, но от него там, наверное, смысла нету. 67 тысяч еще. Ну, нормально, что. То где-то мы заработали 1200 черепах. Но самое лучшее это осьминоги, сейчас я вам покажу. Вот, так. Видите, 8 тысяч стоит осьминог, акула... Не знаю, мне что-то, может, мало килограмм тогда выпало акулы, поэтому так дешево было. Попугаи, я не знаю, что за попугаи, еще не смотрел. Креветки дешевые, они, видите, по 900. Щука тоже дешевая. Ну и самое нормальное, это у нас попугаи, осьминоги, черепахи. Ну, черепахи прикольно тем, что они мало растут. Ну и за 3 черепахи может там 200-250 тысяч получить. Что-то я, короче, передумал в казик лететь. Давайте я лучше, короче... Куплю канистру. И мы поплывем на остров, какой я еще хотел. Помните, когда я купил лодку, там был островок такой. И я хочу туда сплавать, короче. Надо купить канистру. Это для того, чтобы заправить лодку. Да, лодку нужно заправлять с канистры. Да, бред, конечно, полнейший. Потому что заправок для лодок нету. Хотя можно добавить когда-то. Ну, видите, лодки не сильно популярны на сервере. Это у меня только яхта вот такая вот есть. Как бы... Поэтому, я думаю, заправок для лодок точно не сделают. Хотя, может, и сделают. Ну, хотя, навряд ли, короче. В лодке тоже бензин заканчивается, и поэтому нужно постоянно канистру, типа, брать. Лучше не сделают, пусть, чтоб в лодке бензин не кончался, как на вертолете. Было бы прикольно. Так, походу, кто-то мою яхту брал. Что-то она вот здесь стоит. Какого хрена? Сейчас глянем, в чем прикол. Она, по-моему, открыта у меня, да? Да, она у меня открытая. Давайте ее заправим. Fuel car. Fuel car. Все, у нас 45 литров есть. Где-то сейчас заводить двигатель. Все, заводим, короче. А можно медузу рядом было ставить? Ну ладно. Че, я выплыть не могу? Вот, заебись, короче. А у Димы там, не знаю, что у него. Я не вижу. Давайте глянем, что там у Димы. Кстати, вот, это дом Димы.
Он Рики Гейм Ченнел, короче. У него там черепах, по-моему, да? Ладно, короче, поплыли. Кстати, пацаны, кому не трудно, кто там будет начинать играть на родине, на центральном округе, вводите мой ник при регистрации обязательно. Кстати, мне шулетка там выпала, давайте покрутим ее. У вас две прокрутки у меня есть, давайте покрутим. Две прокрутки, я думаю, это нормально. Тем более на халяву можно. Так, давай. Деньги. Ну, деньги это тоже хорошо. Давайте еще раз крутим. У нас две прокруточки есть. Обратно деньги. Да. 40 тысяч. Нормально, что 60 тысяч. Я думал, вообще заебись. Так, вот этот остров. Вот сюда можно, по-моему, и на машине получается доехать. Ну а мы на яхте сюда доплывем. Так. Как бы развернуться бы нормально. Ладно, так встанем. Думаю, так тоже нормально будет. Блин, сейчас лодка пропадет. Давайте лучше я сяду за ее штурвал. Сейчас подождем, пока РВС придет. Какой-то островочек. Давайте посмотрим, что здесь вообще и как. Просто мне интересно, реально. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Я думал на машине приехать, но потом подумал, блин, а лодки будут поинтереснее. Медузки у нас тут тоже есть. Давайте посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Ну, воздушный шар я вижу. Это хорошо. Интересно, на нем можно полетать? Я так понял, это какой-то остров для отдыха. Видите, здесь столики стоят. Какая-то вышка стоит тоже. Много пальм. Опача. Типа казино или это дом? Это дом чей-то? А, блядь, это дом чей-то. Ёб твою налево. Я честно не знал, а это походу дом за сколько там миллионов. Ё-моё. Тони Уокер. 300 миллионов этот дом стоит. Нашел дом просто за 300 лямов, пацаны. Кто же знал, блин, я думал... Не, я знал, что на какой-то острове находится, я вообще про это забыл на самом деле. У нас вот это такой большой остров для этого дома, вы представляете? Пиздец просто. Просто пиздец. Кстати, это есть только на центральном округе есть такие дома, на южном округе таких домов нету вообще. Поэтому центральный округ этим и эксклюзив, можно сказать, что здесь есть такие дома. А на южном округе таких домов нету. Ну что ж, я на этом буду заканчивать, пацаны. Мы нашли дом за 300 миллионов. Серьезно, я даже не знал, что это именно здесь он находится. Но смотрите, какой большой остров. Вы подумали, что здесь находится дом за 300 миллионов? Я нет. Честно, я бы не мог это подумать. Видите, здесь посередине еще такое море. Вообще очень круто. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании. Заходите играть вместе с ним на родину. Вводите мой ник при регистрации. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.